Все, друзья, всем привет! Сегодня приехали на рыбалку с Вероникой на перволедье. Ты смотри в камеру. Вот покажи, как лунку будем долбить. Видно? Угу. Вот сейчас уже начали топориком долбить. Бура нету, друзья, так я и не купил себе бур. У меня нынче по планам порыбачить зимой. Но если в сантиметров сколько тут лед? Ну уже сантиметров 10 почти. А как потолще будет, я не знаю, как я буду топором это все дело прорубать. Вот, друзья. Сейчас проверим, ребят. Поближе подойди. Вот, ребята. Время у нас уже 16:00 вечера. Решили съездить, попробовать. Знакомому человечку позвонил, он уже 8 щук поймал на жерлице, 60 штук поставил. Вот. А мы попробуем на тесто половить. Может, что и получится. Ладно. Попозже включимся. Вероника, нажми на вот верхнюю кнопку. Ну что, друзья? Результата никакого нет. Короче, я здесь первый раз зимой рыбачу. Не знаю, в каких местах быть. Вот. И оснастка-то у нас, походу, фиговая. Короче, ну-ка сейчас покажу, как я сделал. Короче, вот такая вот мормышка. Вот мормышка. И грузиками чуть-чуть загрузил. И тесто, короче. Ну, не знаю, короче, рыбачу я так. Может, что попадет. Вот. Мы уже в другое место пришли. Сейчас туда пойдем, обратно, там прикормлено. Может, кто и собрался там на маночку, на сыпучую. Кажется, ни одной поклевки, друзья. Рыбачим помаленьку. Что, клюет? Вообще не клюет? А дергало? Ясно. Как-то так, ребят. Да короче, удочки не подготовлены нифига, мормышек нету. Пробуем ловить на что есть. Можно сейчас углубиться, подальше отойти. Сейчас пробью лунки, дальше схожу. Вот Вероника помогает тут, короче. Неси рюкзак ближе. Вот такой вот здесь затон, друзья. Вот. Там водичка, водичка. Возле берега тоже водичка, но мы прошли. Я нажал. Ну что, друзья, продолжаем рыбалку. Маленько подальше отойди. Тут видно было меня далеко. Нифига, короче, пришли на прикормленное место, тоже нифига не хочет. Вот. Как-то так, ребят. Не хотеть клевать. Даже маленький не хочет чебачок. А хотелось бы на льду увидеть рыбку. Нашли сеть, короче, покажи. На берегу валялась. Да зачем ты ее в руки-то берешь? Камеры же можно показать. Там еще такие же сети валяются. Но я ее забрал, она порванная. В кустах запутанная была. Все, хватит пока. Чтоб свинец собрать на грузике. Можно его расплавить, сделать мормышки. Такие дела. Берега у нас без снега. На льду вода. В том вообще тюпуды. Вода вообще на всем льду. Вот.
знаю, ребята, или нету здесь рыбы. Или я ее распугал топором, пока лунки эти пробиваю. О, глубина какая. Почти 3 метра. Сейчас пойдем следующую прикормленную лунку. Может, и рыбы нет, потому что если бы она здесь была, тут бы рыбаков уже было немерено. Я так думаю. Сейчас попробую до дна опустить. Здесь поглубже. Ну, достал до дна вот сейчас. Возле дна у нас прикормка манная. Один фиг никто нет. Не собрался возле дна. Вот по дну стучу. Нифига. Может, мормышку не ту я взял. Хотя у меня их всего две. Вот. Короче, я, честно сказать, в зимней рыбалке не сильно-то и бум-бум. Можно сказать, вообще не бум-бум. Самое интересное, вот, если подготавливаться к рыбалке к зимней, со льда рыбачить, нужно палатку иметь, чтобы в морозы сидеть. Ветер будет вообще классно прятать себя. Палатка. И это. Бур надо. Чтоб буриться. А я как бы сильно-то и не это. К рыбалке и не подготавливался. Как бы сильно интереса нет. Ну так вам поснимать и так походим. Я уже, наверное, года 3 собираюсь всю палатку до бур взять. Так и себя. Немного про цесика вам. Поближе поднеси, вот так поснимаем лунку. Ну, поближе, присядь. Присядь, присядь. Удочку видно, кончик? Угу. Вот так вот подыгрываем. Пытаемся поймать рыбку. Но ее тут нет, друзья. Лунку тоже видно? Ну, лунку же не видно, ё-моё, ты вот так лунку снимаешь. Чё снимаешь-то, пустоту? Не расстраиваемся, ребята. Вся зима впереди. Проверим следующую луночку. Что у нас тут по глубине? Такая же глубина, как и в той, во второй. Вот у нас тут еще осталось там две лунки, и там я не проверял еще, не рыбачил. Сейчас проверим, может. Что, друзья, всем привет. Сегодня нахожусь вот на остановке уже. Решил, короче, сгонять второй раз на перволедие. Ну как второй раз? Первый раз я был неподготовленный вообще, а сегодня я подготовленный. Вот. Благодаря донату я приобрел, короче, донат был $220. Сказали не говорить от кого. Ну, короче, приобрел я себе вот эту вот палаточку для зимней рыбалки. Дальше я вам покажу. 1000 стоит. Вот этот бур стоит 1500. Удочек, короче, набрал. На 2500. Там мормышки всякие. Леска, кивки. Посмотрим, что получится. Черпачок. Ну, в общем, с водоема вам обзорчик сделаю небольшой такой. Спасибо за донат. Тот человек знает, кому я говорю спасибо. И еще у меня деньги остались на телефон. Ремонтировать буду телефон. Огромное спасибо. Сейчас, друзья, поймал первого такого ковалочка. Забыл, короче, крепление где-то взял. Не взял. На удочку. Тут закреплять, короче. На треноге. Стоять, стоять, корефан.
Короче, вот такой вот ротан достойный, вот на такую вот приманочку, короче, кусочек ротана и дробина большая. Отпускаем. Дальше пошли. Не со дна, друзья, смотрим. Клюет. Идет, друзья. Оковалок второй идет. Хорошо упирается, гаденыш. Но это уже поменьше, ребятки. Вот. Все на то уже ротана. И шерман-хунтер ловит. Вот. Лисочка у нас погружается. Ох ты, просто поклевку. Слабо как-то берет, ребята. Подыгрывать буду поинтенсивнее. Сейчас убавим кивочек. Ага, идет. Идет, ребят. Хорошенький идет. Сошел. Нет, идет вверх. Поднялся сейчас. Вот этот, друзья, вообще достойный. Прям смотрите, крокодил. Вот такой вот лайк ставьте. Он грамм, наверное, гнать. Не знаю даже, друзья, если сравнивать с первым. Вот. Он гораздо больше, видите? Вот. Этот хороший прямо оковалочек. Давайте сейчас пока подбуем. Вот они, ротанчики лежат. Наковалки, смотрите. По сравнению с моим топсидиным 46 размером. Видите, с 46. Вот. Как-то так, ребят. Продолжаем удить. Спасибо человечек, который мне задонатил. Я приобрел удочки. Вот такую вот удочку купил, 3 штуки. Оснастку всю купил. Вот была поклевочка. Палаточку купил, в которой я сейчас нахожусь, чтобы мне ветром не морозило. В палатке тепло сейчас. Видите, сломало. Может, сожрали? Сейчас проверим. Нет, есть мяско. Сейчас опустим, друзья, вот так поставим. Стукнуло, друзья. Ну, этих оковалков можно положить в ящик. Даже не залазит дырочка. Ё-моё. Сейчас, короче, удочку вытащим чуть-чуть. Снимаем ящик все, друзья. Так, леску надо прибрать. Карман уберем, друзья. Так, только вот эту буру. Удочки у нас пока здесь положим, пускай лежат. Ну все, там ротанчик маленький. Смотрите, друзья, вот такие вот, ну, по сравнению со спущенным коробком они, можно сказать, чуть-чуть побольше. Этот вот ротанчик, видите? Это второй был, вот это первый был, по сравнению с этим. А вот это третий был, друзья. Так что ставим лайк за зачетных ротанов. Сейчас, ладно.
Начинаем дальше рыбачить. А уже сидит, друзья, сам попался. Представляете, попался сам. Ребята. Ну такой нормальненький. Пойдет жарить хорошо в сметане, в мокле. Зачетно. Видите, как рот у него хорошо. И вот на такую крупную мормышку берет он. Чтоб не заглатывал сильно, не мучиться вытягивать их. А вот так вот берем и вытягиваем. Быстро и просто. Короче, я так понял, можно было мне их не покупать, а джиголовки одеть и все. И на джиге шпарить. Четвертого поймал, друзья. О, был удар. А, друзья, купил себе вот такие сапоги. Называются они сапоги мужские. Эва. Манжеты, вкладка. Как же они называются? Был поклевка. Была поклевка. Короче, забыл, как называется. Но не Топтыгина, друзья. Сапоги 1500 стоят. Теплые вообще. До минус 65 выдерживают мороз. С чулком все как надо там. Ну-ка попробуем в пол воды. Короче, 17 гигов можно нам снимать. 3,5 гига получается, это 15 минут. Ну пускай 3 гига, это 15 минут. Даже 10, наверное. Не помню, по сколько снимаю. Или по 15. А, 15 минут, друзья. Ну, считайте, 9 гигов это 45 минут. И там еще час 15 всего могу поснимать вам. Посмотрим, какой снимал я. Нормально. Короче, друзья, бахнул на дно. На дно бахнул. Вот. Днище у нас. Сейчас попробуем от дна На глубину на большую не хочет плевать. А может быть выловил в этом месте. О, была поклевка. Ага, сошел. Сошел. Возле дна. Угу. Была поклевка опять. Угу, там идет, ребята, вот метр, два, сошел, блин, 3,5 метра где-то глубина, сошел, зараза.
Короче, посмотрел, как камеру настроил, клюнул и сошел. Вот сейчас сошел. Камера снимает четко, видно. Луночку как раз видно. Со всех сторон мужики матерятся. Даже бабы матерятся. А я буду стараться не материться. У нас не идет, но мы проверим с мяском, что у нас там. Нет, мяска есть. Мяско ешь. Но это фигово, что я не на дно опустил. У меня всего 3 метра где-то тут глубина сейчас. А тут побольше глубина. Поклевочка была слабенькая, наверное, ротанчик был. Километра, наверное, 3, друзья, от автобуса пешком шел. И куда ты делся? Поклевывает. Друзья, примеру замутим. Так, друзья, сейчас попробуем одну удочку еще опустить. Блин, рядом забуриться, что ли? Или просто попробовать одну мормышку снять, перевязаться, попробовать заглубиться до самого дна. Посмотреть, будет она идти там несколько всех глубин. Пока паузу поставлю. Вот пока балансир хотел привязывать, кто-то брался и сошел. Сейчас хочу вторую лунку просверлить, друзья, рядом. И рыбачить. Попробуем. Попробуем, друзья. Так, ладно, пока смотать. Смотать аккуратненько. Так, черную мормышку надо не забыть. Сейчас я, короче, сюда это все приберу. Идет, друзья, пятый. Хороший. Хороший идет. Хороший. Скинул он, короче, мою кусочку мяску. Сейчас подставлю. Самый маленький, друзья, это ротанчик. Я вот думаю, может балансирчик одеть. Может на него поудачнее будет что плевать. Сейчас проверим по-быстрому. Вот 5 ротанчиков есть. Там мужики тоже сидят. Здесь от меня сошло. У дна был. Был удар, блин. Ребятки.
Буду давать подольше, плевать ему. Была поклевка, что ли? Или меня кивок обманул, ребята? Сошел, что ли? Да, сошел, друзья. Собака. Вот собака. Уважаемые подписчики моего канала, я не матерюсь на рыбалке. Спасибо за помощь, спасибо за донат. $220 это обалдеть. Вы меня обули, вы мне домик дали, вы мне офигенных мотылей дали, мормышки дали, удочки вот такие классные дали, бур классный. Друзья, спасибо за донатик, это вообще классно. Я еще жерлицы себе купил 10 штук. На щуку скоро пойдем, друзья. Вот так по дну постукиваешь, поднимаешь. Опять дно постучал, хоп-хоп, поднял. Сейчас подождите, я вам покажу, как это делается. Вот смотрите, леска сейчас ослабленная, она на дне. Я ее вот так поднимаю, видите, пивок поднимается, это соответственно, значит, у меня идет мормышка поднимается кверху. Сейчас хопс, опять ослабло, значит, не тянет ничего, на дне лежит. Поднимаю, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, поднял, остановился. Ждем поклевку. Сейчас убавим, чтобы вам видно было, как поклевка будет. Вот смотрите, если она будет. О, видите, кивок шевелится. Давай еще раз. Давай. Покажем моим подписчикам. Пускай они порыбачат со мной в премьере. Половят ротанов.
Видно, друзья, я вот этих вот в корчашку ловил. То вот тех вот, которые в ящике у меня лежат, я ловлю на удочку сейчас, на них, на мелких. Вот такие вот кусочки нарезаю, вот, видите, филешки, и рыбачу на них. А вы на балансир не пробовали? Ну, не пробовал. Пойдет, не пойдет? Попробуй. А вы случайно на краснозерке не рыбачите? Да в кочке собираем, собираем. Это... Да, не... Вы там трубу закрываете же? Да ну, нахуй, не знаю, чтобы я трубу закрываю. Не, просто обознался. А ты не был? Там? Да. Один раз был. А где приезжают? Да мы я на моторе хожу туда. А, вон, а проезжать зимой нахуй на моторе. Я имею в виду зимой не был еще. Ну и что? Да я там летом был. А, лет. Сейчас-то не был. Не заметил, смотрелся я или нет. Друзья. Поддергивает килочек помаленечку. Ну ё-моё, вообще-то не хочет, друзья, сейчас попробую я сделать вот так. Положу эту удочку сюда, а ту покороче, которая леска, попробую сюда же забабахать. Наверное, не спутаемся. Сейчас я ее на всю разматываю. Вот, размотал на всю. Сейчас я чуть-чуть обратно подмотаю. Пусть она пойдет. И сейчас на всю, на вытянутую, на 3 метра. Вот этот килочек получше. Поудобнее. О, клюнуло. Клюет. С этой глубины клюет. Сейчас попробую я, короче, эту замотать удочку. Так, ладно, выключим только память по экономике. Развернулись.
немножечко приходил. Что ты делаешь? Ну лед примерно у нас сколько? Ну сантиметров 14 уже есть, может 15. Так, 11800 осталось, друзья. Вот мы вам. Будем надеяться. Вот так поставим. Так, мы сейчас забабахаем вот эту зеленую удочку. Бабахнем сюда ее. Ближе к берегу. Вот. В новую лунку ее бахнули. Угу. Вот так вот. Так, ладно. Вот сюда положим ее. Пускай лежит. Если клевать будет, то клюнет. О, уже клюет. Уже клюет, ребята. Так, тут дно у нас. Может, мне показалось, может, палатка дергалась. Ага, клевала. Ага, идет. Идет. Все непонятно. Ну, в смысле, ротан-таратан. Ах, ты сошел какой, вот такой был, друзья. Он выплюнул перед самой лункой. Перед самой лункой, ребятки, выплюнул. Вот. Сейчас мы сделаем поглубже. Перед самой лункой выплюнул, ребята. Сейчас мы сделаем вот так. Вот так. Здесь ледок уберем вот таким черпачком. Черпачок тоже купил. 80 рублей стоит. О, был. Был ротан. Был ротан, думаю, друзья. Пока стоял на месте, я-то не смотрел, пока черпаком вычерпывал. Так, ну-ка сейчас попробую. Чуть-чуть курточку застегнуть. Она тут мне вот так прикрылась. О, сидит, друзья, сейчас, наверное, сойдет. Сошел. Ага, сошел, блин. Ё-моё. Просто берет, видать, вот. Прицеп-то один, а не тройной. Сейчас я попробую сделать вот так. Сейчас вторую забабахаю сюда же. Рядышком. О, клюет. Клювал, друзья. Клювал. Ага, клюет. Клюет. Ладно. Так вот так на две будем добавить. Клюнула на левую. Вот на вот эту. И на эту клюет.
Тройники надо ставить. Либо блесенку. Тройником. Видите, там клюет. Ну-ка, здесь вот так поставь. Здесь вот так поставь. Сейчас я на нем ящик достану ножку. Кубочку надо ножку поставить, чтобы она, когда я сейчас клюну, эта кубочка тормозила. Я пойду и тормозила, ребята. Вот так вот она будет, например, вот так тащиться будет. Будет слышно. Вот я. Блин, я вот думаю, друзья, сейчас на балансир она лучше возьмет. На балансир крыша будет клевать. Вот видите, дергает. Дергает прямо. Может на палец намотать? Будет, наверное, куда сподручнее. Чувствую, что поклевка будет сразу. Потекать будет гораздо круче. Вот так. Я, по-моему, чуть-чуть посмотрел на букву С. Ну ничего, да, друзья, пойдет. Я же исправляюсь. Вам же нравится, когда я не матерюсь, будем не материться. Так, ну-ка сейчас убавим чуть-чуть. Так, где он? Поклевываешь, что ли? Так, сейчас успею я балансир привязать или нет? Так, отцепить, что ли, мне отсюда поводок? Отцеплю, наверное, поводок. Клюет вот тут. Ага, да. Идет натяжку его, друзья, надо натяжку. Давай, выходи, выходи, выходи. О, хороший. Богатырь пришел. Классный ротанчик. Друзья, прям хороший. Хороший оковалок, видите? Прям вот, черпак, смотрите. Черпак у нас 150-ю лунку вот так вот перекрывает. И с черпаком сравнить, видите, вот лунка 150-я перекрывается. И хвост лежит вот так вот. Еще почти в черпак хвост еще выпирает. Так. Ладно, пошла. Пошла обратно. Мармичка наша, иди на днище. На днище иди. Так. Вот так ставим опять. О, видите, опять клюнул. Долбит. Клюнула, да? Клюнула, да? Так. Так, 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 надо поменять быстренько. Поводок, поводок, куда он спрятан? Ну, кармашек засунуть. Так, сейчас привяжем по-быстрому, попробуем. На вот эту удочку. Я его хочу поставить из-за того, что здесь тройник, видите, он может будет брать за него, будет лучше, может. Может это. Будет поклевка удачная. В смысле, стукнул и взялся сразу, намертво, а там один крючок, он в мясе, поэтому, может, и не берет нормально. Сейчас балансир загрузим, вниз проверим вот здесь, и посмотрите, вот на такую рыбку буду рыбачить. Сейчас мы его будем топить. Давай, топить, топить, топить.
До куда вот туда идешь? Дойдешь до дна? Так, дна еще нет. Где дно? Все, дно. Дальнюю клюнул, а вот на вот эту. Или палатка шевелит, не понять. Идет, ребята, идет. На тяжечку ему надо. Хорошенький братанчик, иди сюда, хорошенький. Иди сюда, красавчик, не путай леску. Не путай леску. Леску надо не путай. Отпусти крючок. Слабо берет вообще, ребята. Вообще слабенько. Берет слабо вообще. Друзья. Ротан — это вообще офигенная рыба. Он. Я вот предпочитаю ротана больше, чем карася. Пускай карася не будет, а вот ротан будет, это будет вообще счастье. Везде пускай ротан будет. Это вкусная рыба вообще, зачетная. В муке пожаренная, это вообще четко. Так что, ребята, ловите ротанов. Кстати, привет из Омской области, друзья. Это Омская область. Вот. Сейчас попробую, ребята, на балансир я одеть, наверное, мяско чуть-чуть добавлю. Ну как, ротанчика одену кусочек, чтоб, может, запах какой-то был. Может, он на балансир не любит, никто же не ловит. Сейчас. Сейчас. Вот здесь клюнуло, вот здесь. Вот слабо как-то. Слабо как-то, ребята. Как-то слабо клюнуло. Блин, кишки какие-то непонятные. Маленькие. Приносим в жертву ротанчика. Вот. Одеваем мяско, одели, спускаем балансир вниз. Так, что у нас тут? Сейчас намотать надо. Маленько леска спустилась у нас на дно. Так. Будет пойти или нет. Ну, здесь кто-то шибанул слабенько. Слабенький кто-то идет. Слабенький. Дергивает слабо. Чепачок в сторонку убрать, чтобы он здесь подклевывает кто-то. Даже варежка не сидишь, ветер тебя не обдует, тебе не холодно.
еще бы сюда вот горелочку, она бы теплом дула, это было бы вообще зачетно. Но это чуть-чуть попозже будет. Когда прохладнее будет, будем ловить рыбку на числами. Сезон зимний у нас был, тоже с рыбалкой. Видите, как хорошо. Удочка моя подъет. Идет что ли? Да, идет. Идет, идет хороший. Не сильно хороший, но такой. Я имею в виду хорошенький, что идет хорошо. Да, не там. Вот в чем хорошенький. Ну, вот такой вот ротанчик как бы. Я думаю, может еще одну такую же поставить, без конца этого балансира. Блин. Блин. Удочки, фиксатор сломался, вот этот вот. Кнопочка отломалась. Надо тормозить теперь. Показалось, или кнопку на балансир. Кто-то идет. Ну кто-то. Это ротан. Там, походу, леску ту задевал уже. Вот здесь задевал леску, зараза. Зараза такая. Так, сейчас проверим, здесь осталась у нас наживка-то, нет? А то что-то здесь не поклевывает вообще. Нет наживки, поняли, ребята? Нет наживки, поэтому и не дергает. Сейчас вот так голову оторвем. Ну, на кусочки там. Жабры. Всякая такая вот. Остальная штучка-брючка от головы. И скидываем леску. Давай, скидывайся. Чё, все? Да. Сколько штук? Блин, здесь переклеснулась у нас леска. Переклёст. Блин, слетел кивок, короче. Идет ротан хорошенький. Не сойди только, дай. Хорошенький. Друзья, хороший попался. Кивок у нас зато слетел, слышали, как щелкнул. Вот он, ротан. Хороший. Давай, открывай ротик. Давай. Открывай ротик. Постищу свою открывай. Вот на такую вот ерундовину мы ловим, друзья. Ну, обратно. Я уже забыл, сколько у меня. Тут 8, наверное, уже ротанчиков. Таких хорошеньких. Бодреньких. Так, что у нас тут на балансир? Нифига не хочет, да? А там вот клюет. А балансир у нас не глубоко был. Нормально. Хороший, небольшой, мелкий вообще. Зачет. Судочку. Головайчик. Че, наверное, ребятки, достаю я еще одну такую же удочку и таким вот макаром буду рыбачить. Сейчас, короче, балансир этот. Ага, поклевывает, да? Засек. Сошел. Ладно, обратно отдаем. Давай, иди обратно. Вот эта удочка у нас не работает, походу у нее глубина эта. Не та, которая надо. Не на дне. Вот у меня всего 3 метра. 3,5. А вот здесь у меня 10 намотано и спустил туда метров 4, может 3. Так, ладно, пока достанем.
так, кивок такой же, хорошенький. Хорошенький кивочек. Что-то странно перестало клевать, может быть, съела. А может, я напридумывал, что съела. Ладно, сейчас пока переключусь. Большие куски посливал, типа вот такой вот головы. Одел по... вроде как... червя по длине пошли поклевочки. И здесь, ах ты блин, леску оторвал, друзья, прикиньте, вот она леска, вот она леска оторвалась, прикиньте, прям с удочки вырвалась. Охренеть, вот это ротан, нормальный ротан, обалдеть, кило 400 выдерживает, друзья, обалдеть, оторвал леску. Вот это ротан. Ну, в принципе, на разрыв, видите, кило 400. Значит, я дернул, он, наверное, зацепился за эту ерунду, за лунку. Вот там я не знаю. Так, что у нас тут лунка? Есть она у нас тут? Нет. Сейчас посмотрим. Тут десятка у меня должна была намотана быть. Так, посмотрим сейчас. Ладно, паузу пока поставлю. Вот, друзья, короче, купил такую вот коробочку. Вот они, мои три удочки стоят. Вот, 10 ротанов я посчитал, уже поймал. Вот, черпачок, палаточка, сапожки, бурик там вы видели. Ну и вот здесь вот сейчас открою мормышки, покажу. Вот такие вот мормышечки взял. На чебачков. Вот. Ну, как-то так. Сейчас вот сижу, рыбачу, ротанчики поклевывают, но что-то это, нехорошо берутся они, потому что, наверное, по одному крючку у меня. Может, активности у них сильно нету сейчас, может, ближе к вечеру начнут они ловиться. Не знаю, посмотрим, ребята. Кто-то дергает вот на вот эту удочку. Ну как кто-то, ротан. Просто я имею в виду, что кто-то, удочка аж дернулась. Но я пока что оставлю его. Пока что сейчас вот эту удочку спущу и попру за то, что я уже задолбался сбрасывать. Вот поклевывает, ребята, поклевывает. Сейчас черпачком здесь видок уберем, хотя его немного, но есть. Опустим ближе к дну. Все на дне у нас тут делает, дело. Донное дно. Так. Затягиваем. Ставим наживку. Сейчас здесь посмотрим, что у нас с наживкой. Сожрали, не сожрали. Наживка-то есть, можно добавить. Я вот думаю, когда свежайшую одеваешь, он тогда лучше. На запах, видать, идет. И это вот у меня, ну, осенние получается ротанчики. Видите, на вашу клюет рядом с вами. Сейчас я эту скину. Я имею в виду ротаны с морозилки, они пахнут, ну, уже не свежестью, как бы. Нету крови, они выморжены. А если попробовать свежачка подрезать, сейчас попробую, наверное, отрезать кусочек ротанчика и попробовать забабахать. Йо. Так, здесь у нас что? Проверить кожу, что с мясом. Вроде бы идет. Вроде бы нет. Нет, идет пока что. Дай, не выклевывай. Так. 12-го взяли. Там лески 3 метра осталось. Сразу же клевет. Сразу же клевать начало. На чем лески не так поработать? Где-то поработать есть. Мы спичечный коробок намотаем.
песочек был. Так. Еще самое интересное, памперс у меня был прям в палатке. Вчера сыну показывал палатку, он залазил туда, занес носок, короче, туда и памперс. Чистый памперс, правда. И, короче, я вчера сложил ее, но он сам сложил сын палатку. Я это все дело взял, не посмотрел, что она в чехле уже была. И я, короче, это сегодня принес на лед, смотрю, у меня носок вываливается, короче. Я палатку открыл, у меня в палатке носок, короче, лежит, и это, и памперс. Я был в шоке. Угу. Что ты делаешь? Небольшой, правда. Сошел. Блин. Не проводит. Бедка сейчас залезет. Как надо. Видите, опять клюет. Не дает привязаться. Привязаться не дает. Надеюсь, успею сейчас привязать. Да, привязаться. Так, отключу.